Вова, вот ты приехал к каким-то вооруженным людям, которые настроены на негатив. Зачем? Чтобы что? Потрясти своим вяленьким авторитетом перед вооруженным народом, как над роялькой? Ты уверен, что он может произвести на них впечатление? И это же не зал твоего привычного зрителя, которому чем пошлее и глупее шутка, тем больше радости. Мальчик, когда ты себя нам продавал, ты продавал не свой ум, свою компетенцию, свой боевой опыт или знания. Нет, ты продавал себя как «я такой же, как и вы, чуть-чуть быдло, чуть-чуть дурак, но хороший, меня за что?» Так вот, я тебе скажу, как такому «чуть-чуть». Иди туда, где такие, как ты, охотятся за пивной кружкой после проходной завода. Ты приехал к воинам. Что ты им, пиджак, можешь сказать? Что ты можешь им показать? Себя? Ты можешь с ними говорить на одном языке? Ты закрывал глаза убитому другу? Ты собирал его куски, разбросанные по блиндажу после прямого попадания? Того, с кем еще вчера топтал тушняк или пил бурду из растворимого кофе напополам со сгущем? Так вот ты приехал им рассказывать? И ты еще пытаешься быковать? Ты, моль, которая бегала 4 раза от повестки? Им, многие из которых пошли в военкомат, имея комиссии, бронь, всякие социалы вроде «один сын» или «имеет малолетнего ребенка». И ты еще гнул пальцы и кидал понты? Чувак, ты совсем потерял нюх и отключил инстинкт самосохранения. Ты, который в Латвию к мемориалу приехал с 10 авто охраны, тогда как туда же твой предшественник пришел пешком с женой и 2 бодигардами. Ты точно не попутал масть, фрейрок? Вова, и ты надоел уже всем со своими постоянными рассказами «Царь, дуже дякую, царь!» Вспомни фильм, ты должен его помнить, это твое детство и часть твоей идентичности советского человека. Полки на Изюмском тракте взбунтовались, говорят, царь-то не настоящий. Не находишь в этом особой иронии? И настоящим ты для них тоже не стал. И как раз из-за Изюмского направления тебе и будут передавать привет. И для нас ты не стал настоящим. Только для халуев, которые кормятся с твоего стола, да для экзальтированных курочек, которые не могут понять причинно-следственной связи между безбарьерным сексом и почему-то увеличившимся животом. А еще ботаферме, о которой уже не стесняясь говорят, твоей. Твоей ботаферме, не парохоботской, которую все никак не могут сыскать и изобличить. Ты не стал президентом для волонтеров, для тех, кто свои совсем небогатые 200-300 гривен или долларов передавал и продолжает передавать на все нужное и полезное, в то время как ты рисовал и рисуешь своим конторкам около нулевую прибыльность или убыточность, выводя баблишко в офшоры и скупая недвижимость за рубежом. Вова, Вова, куда ты поехал? С кем говорить? Ты б так с европейскими бюрократами. Так нет, те тебя за щечку трепали, как вихрастого мальчишку на конюшне, который помогает влезть в седло старому барину. Или поговорил бы в такой манере, пусть и по телефону, чтоб никто не видел, как ты молниеносно меняешь так же мгновенно наполняющиеся памперсы со своим кремлевским кумиром, которого ты осознанно, а скорее нет, копируешь. Но нет, там ты и вовсе половичок, которого вытирают ноги. Да и кто разговаривает с половичком? Ты вот нам поведал, что тебе уже 42-й годик идет. И ты не лох. Ждем, как ты нам поведаешь, что ты хороший мальчик, хорошо кусаешь и слушаешься маму. А еще регулярно какаешь. Нет, Вова, ты не лох. Ты черт. Самый что ни на есть. Пора звонить по этому поводу. Или Баканову, или Пушилину, или Авакову. Или, может, даже самому шефу в Кремль. Підписуйтесь на Пенса. Тисіть в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, залишайте коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.